При путешествии, если неправильно упакован ваш чемодан, может возникнуть несколько мятин в вашей одежде. Как правильно убрать складки в ваши пиджаки? Добро пожаловать в советы Батнера. Мятый пиджак не очень красиво выглядит. Чтобы убрать эти складки из ваш пиджак, вот маленький совет. Самое сначала включайте душ только горячей воды. Уберите ваш пиджак из ваш чемодан и вешайте его на вешалку. После того, что достаточно пар появилось в ванной, выключайте воду и держите ваш пиджак в этот пар не больше 15 секунд. После этого повесьте ваш пиджак в ваш шкаф, и за весь ткань автоматически складки уходят. Имейте в виду несколько маленьких, но важных деталей. Утюг не помогает, это даже вредно для ткани вашего костюма. Фен тоже не помогает. И третий, если у вас костюм чистый, он не так быстро, не так сильно будет мятить. Вот как правильно убрать складки из вашего пиджака. В нашей рубрике «Советы Батлера» каждую неделю мы даем новые детали из профессиональной жизни Батлера. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Любите то, что вы делаете. До скорой встречи!